Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии. Занятие у нас сегодня семинарское. Мы будем опять говорить о науке логики. Давайте я представлюсь. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич. Я кандидат технических наук. И сегодня мы будем изучать достаточно сложную тему. Сложная в том смысле, что она необычная. Необычность мы ее обсудим сегодня. И тема эта называется «Учение о сущности». Книга вторая «Науки и логики». Мы по-прежнему находимся, напоминаю, с вами в разделе объективной логики. То есть учение о бытии и учение о сущности – это разделы объективной логики, и учение понятия – это раздел логики субъективной. Значит, я предлагаю поступить следующим образом. Были некоторые даны вопросы, и на эти вопросы было предложено дать ответы. Да? Я предлагаю, ну давайте сначала пару слов я скажу о том, что я проверил и что я не проверил. Значит, надо сказать, что количество работ резко сократилось. С одной стороны, это хорошо для меня, потому что я проверил практически все работы, что бывает редко. С другой стороны, это показывает сложность материала. Видимо, товарищи, которые имели возможность и желание ответить на предыдущие вопросы, предыдущих лекций и поучаствовать в предыдущих семинарах, в этом семинаре испытывали некие сложности. Поэтому всего работ пришло где-то 80 штук, чуть больше 85, наверное, из которых 65 я проверил, 20 допроверяю сегодня, не сегодня, а завтра. Вот, все работы, которые я проверил, я поставил зачет. И надо сказать, что те товарищи, которые отвечают, они отвечают, что называется, в точку. То есть нету каких-то там растеканий мысли по древу, нету высасывания каких-то непонятных идей из пальца. Видно, что товарищи читали «Науку логики», что иногда цитируют «Науку логики», но пытаются изложить то, что изложено в «Науке логики», своими словами. Были несколько работ, где товарищи попытались изложить ответы на вопросы в соответствии с, видимо, философским словарем. Но это, к сожалению, сразу же видно. И понятно, что содержание, которое дается философский словарь, оно далеко от истины. От того, чтобы отражать категории, философские категории, особенно категории диалектические, истина. То есть в соответствии с предметом. Вот. И последнее, что хочу сказать перед тем, как мы пойдем вперед. Товарищи, которые не написали ничего, не смогли написать, решили, что это достаточно сложно. Надо сказать, я могу поделиться своим опытом изучения учения о сущности. Я не могу сказать, что я понял все в этом учении. Скажем, учение о бытии я понимаю значительно лучше. Вот. Но, по крайней мере, учение о сущности я неоднократно прочитывал. Вот. Ну и, соответственно, что-то там ухватить получилось. Поэтому предлагаю товарищам, которые еще не написали свои ответы, пересилить себя и написать буквально по одному предложению, по двум вопросам, которые выберете из списка. Это уже вас продвинет вперед. По сравнению с подавляющим большинством граждан, даже тех, которые называют себя философами. Потому что если вы войдете на философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, такой опыт у меня, например, был в этом году, вы с удивлением обнаружите, что
категорию, например, закон, подавляющее большинство граждан там не знает. И не могут выяснить, что это такое. Поэтому коротко и точно сформулировать можно по каждому вопросу буквально одно предложение. И это вас уже продвинет значительно дальше, как я сказал, чем подавляющее большинство граждан, считающих себя философами. Но давайте мы поступим сейчас следующим образом. Именно вот в том смысле, в котором я сказал, по тем вопросам, которые были предложены, я предлагаю товарищам, которые здесь присутствуют точно, высказаться буквально. Что сможете сказать, то и скажете. Вот, давайте попробуем таким образом. Что вы ухватили из лекции, что вы ухватили из прочтения науки и логики, что вы ухватили из, там, из просмотра, может быть, заседаний кружка науки и логики. Давайте, вопросы были сформулированы, да, их там, их было не так много. Кто хочет выступить первый? Давайте попробуйте. Ничего страшного, если вы, так сказать... Я просто только сегодня села это читать. Отлично. Буквально все заголовки переписала. Вот. Надо встать, да, выходить? Да. Выйдите и выскажитесь по одному из вопросов. Да, меня зовут Дина Зимина. Я какой-нибудь... давайте я начну с первого. Сущность, отлично, как снятое бытие. Отлично. Собственно, про снятие, что снятие – это отрицание содержания. То есть, если мы рассматривали бытие в прошлом семестре, то мы переходим к сущности, снимая бытие. Нам приводил Михаил Васильевич такой пример, что, например, для этой национал-социалистической партии Германии ее бытие было такое красивое название, социалистическая сущность, ее была в диктатуре буржуазии. Да, это абсолютно правильно. Нам нужно здесь запомнить, что бытие – это не сущность. Да. То есть сущность – это снятое бытие, отрицающее, эта сущность отрицает всякое бытие, не просто какое-то бытие. Вот в ответах в том числе я видел, что товарищи писали, что сущность – это отрицание всякого наличного бытия и конечного. Но это верно, но не совсем. Это отрицание всякого бытия. То есть всякое бытие в сущности отрицается. А, можно не всякое, то есть какое-то конкретное? Нет, вот как раз не какое-то конкретное, мы не какое-то конкретное бытие, не какую-то конкретную категорию из сферы бытия отрицаем, а отрицаем бытие вообще. Вот, я прочитала, что бытие, лишенное сущности, это видимость. Ну, то есть как будто пустая оболочка, как я это поняла. Да, но до видимости там есть еще две категории, существенная и несущественная. Вот про существенное и несущественное можете что-то сказать? Сейчас. Ну вот мы пока просто заметили, что и сказали, но на самом деле мы можем проговорить вот этот момент, как мы увидели на самом деле, что в что-то остается постоянное в учении о бытии. Да? Мы говорили в учении о бытии о... Сначала мы рассмотрели там чистое бытие, потом рассмотрели нечто, потом рассмотрели нечто стало изменяющееся, определение, определенности, да, определение. Потом мы рассмотрели конечное, мы рассмотрели качество, рассмотрели конечное, потом перешли к бесконечному, потом мы перешли к количеству, рассматривали количество. Так это уже определенность, которая безразлична к качеству. Потом мы увидели, что единство количества и качества есть мера, что есть так называемая узловая линия отношения меры, есть эти скачки так называемые, это прерывы постепенности. Ну и как бы есть после этого скачка происходит переход, да, в новое качество. Вот. И получается, что ну, такое движение в сфере бытия, вот это вот движение, опять такое движение, и опять происходит скачок, прерыв постепенности.
И как будто бы ничего не сохраняется вот в этом движении. Но на самом деле что-то должно сохраняться в этом движении, что-то постоянное, спокойное, что отрицает все вот эти вот, все это движение, которое происходит в сфере бытия. И вот то, что это, то спокойное, то, что сохраняется во всех этих перипетиях сферы бытия, а, соответственно, и отрицает всю сферу бытия, это и есть сущность. Вот. И теперь мы увидели, что у нас есть бытие и отрицающее, и сущность, которая является снятием всякого бытия. И мы рассматриваем вот то, что у нас есть. Ну, давайте рассмотрим это. Ну, если мы их рассматриваем вместе, то они явно должны находиться в каком-то взаимодействии. Они пока как раз вот, когда мы говорим про существенное и несущественное, они ни в каком взаимодействии изначально не находятся. У нас есть бытие и вот отрицание, сущность. И они сначала, как бы, как с точки зрения вот внешнего наблюдения, они просто рядом положены. То есть мы знаем, что это бытие, а это не бытие, это отрицание бытия всякого. И в этом смысле, когда мы их рассматриваем вот таким вот образом, то бытие – это то, что несущественно, а сущность – это то, что существенно. И таким образом мы вот получаем эти категории – существенное и несущественное. Хорошо, отлично, спасибо. А, все? Да, конечно. Давайте, кто следующий хочет высказаться? По любому вопросу. Давайте мы как бы не будем пытаться всю цепочку, может быть, сейчас пройти. А что вы можете сказать, так встаньте и скажите. Давайте. Это горло. Леонид Сигалов. Ну, там вот разность, различие. Так. И противоположность. Ага. Что-то я не вижу там этого. Третий вопрос. Разность, различие и противоположность. Да. Да, конечно. Ну, вот если исходить из того, что в тождестве есть всегда различие. То есть тождественное различно. Вот, а различие... как-то различно в тождестве. Ну, можно так говорить. Как тождество – это всегда тождество различия. Да, тождество различно. Тождество различно. А различие – это всегда различие тождественного. Да. Ну, вот, значит, вот эти вещи, они составляют два момента. Да. Каждый из этих моментов, он рефлектирован в себя. Да. То есть и тот, и другой мы можем рассматривать одинаково, ну их как бы. Да. Вот это составляет разность. Вот причем разность это есть, ну, не одинаковость. Да, то есть вот они, то есть, с одной стороны, они рефлексированы на себя, то есть они одинаковые, а с другой стороны, они не одинаковые. Но в чем их неодинаковость, мы пока не понимаем. Это и есть разность. Они просто разные. Вот, но каждый момент полностью, ну, нельзя сказать, что он не содержит иное. Но иное тут имеется в виду. Или противоположный момент. Противоположный, да. Тут иного нету, потому что иное – это нечто вовне. А здесь мы говорим про сущность. Мы внутри сущности. И никуда никакого как бы иного здесь формально нету. Ну, другое, как бы, понятно. Да, противоположность. То есть, не противоположность, а, ну, второй момент, можно говорить, да, другой момент. То есть, вот у нас есть один момент, это тождество, а второй момент, это различие. И оказывается, что, на самом деле, мы можем взять тождество, и тогда его моментами будет и тождество, и различие, поскольку различие содержится в тождестве. И можем взять различие. И в котором содержатся моментами и тождество, и различия. То есть получается такая картина, что у нас моменты представляют целое. Вот мы с такой картиной раньше не встречались. Иди. Как раз именно потому, что нету никакого иного, нету ничего третьего. Ну, то есть как бы вовне ничего нету. Мы вот здесь находимся. Это тождество и различие – это одно и то же фактически. Они выступают как одна и та же сущность. Это сущность. Соответственно,
и для тождества его моментами является тождество и различие, и для различия его моментами является различие, опять же, и тождество. А противоположность что такое? Вот у нас с двух сторон есть такие вещи, которые находятся в единстве. Вот, то есть тождество, которое содержит в себе различие, и различие, которое содержит в себе то тождество. То есть эти моменты, они сами по себе противоречивы. Ну и кроме того, они находятся в противоречии относительно друг друга. Не-не, вот здесь мы, может быть, немножко забежали вперед, хотя спасибо, вы отлично говорили. Значит, давайте так, когда мы говорим сначала, мы просто замечаем, когда мы рассматриваем тождество и различия, что они разные. Первое, мы заметили, вот тут как бы разность, категория разности появилась. А второе, это то, что они находятся в единстве. И вот тождество и различия, взятые в единстве, как разные, есть противоположность. А теперь в противоположности мы замечаем как раз вот то, что мы с вами проговорили. То, что каждая сторона этой противоположности, каждый момент в этой противоположности является целым. И когда мы вот так вот рассмотрели эти моменты, каждая из них как целое, то это и есть противоречие. Вот такое движение должно быть. Отлично, спасибо, вы прекрасно. Мне кажется, что, ну вот, замечательно просто. То есть видно, что вы читаете и разбираетесь глубоко достаточно в том, что происходит. Перестать упражнять. Да. Сейчас на количестве в конце остановились. Ничего страшного в этом. В науке логики так и происходит. То есть вы возвращаетесь к чему-то, смотрите вперед, возвращаетесь, перечитываете что-то. Это называется штудирование. Там понятнее всего, и когда с примечаниями читаешь, но так дольше выходит. С одной стороны, да, с другой стороны, там он наводит Гегель там тень на плетень, на самом деле, в этих примечаниях, если вы заметите, там как раз, если в основном тексте у него просто все формально-логически, так вот, движение, ну, если понимать там, что происходит, то в примечаниях он растекается так мыслью по древу, надо сказать, и он там и про Бога начинает вспоминать, и так. Хотя у него очень интересные есть примеры в примечаниях, да. То есть примечания надо читать аккуратно. В как раз примечании идеализм Гегеля прослеживается. Если в основном тексте это просто вот как бы чисто такое материалистическое произведение, как об этом Владимир Ильич говорил, то в примечаниях есть как раз проскакивает идеализм. Ну что, товарищи, кто еще хочет выступить, высказаться? Назаров Дмитрий, какой там вопрос-то? Да любой. Вступление сути дела существования. Да, давайте. Гегель пишет, что если для какой-то сути дела созданы все условия, она вступает в свое существование. Да, пишет такое. Кстати говоря, мне тут один товарищ писал, что Гегель не так пишет, где-то у него там в переводе что-то не так. Вот я нашел. Да, мысль как-то. У меня нет, никакой там мысли нету. Вот у меня эта книга под редакцией Каменева, Перова, Сергиева, подготовленная Масленниковым. И вот здесь я вижу. Когда налицо, пишет Гегель, все условия какой-нибудь сути, она вступает в существование. Это в точности то, что вы сказали. Вот, выход мыслимой вещи в существование. Нет. Ну вот на странице 432 дальше. А, нет, это у вас... С, переход сути в существование. Да, а здесь называется выход мыслимой вещи в существование. Я еще сама удивилась, думаю, так странная такая формулировка. Так... Вот оно. Вот? Мыслимые вещи. Ну, не знаю, что за мыслимая вещь. И вещь мне здесь не очень нравится. Вещь но вот здесь появляется. Да, это следующая категория. А здесь вот прямо у меня написано, когда налицо все условия какой-нибудь сути, она вступает в существование. Существование – это бытие с основанием и при условии. В отличие от... категории бытия, которая характеризуется тем, что оно просто есть.
Да, бытие – это просто есть, и ничего более. И когда в учении о бытии там, товарищи начинают рассказывать нам, использовать категорию «существует», да, что там становление существует, еще что-то, это неправильно в том смысле, что это забегание вперед. Хорошо, а вы сказали про основание. Откуда основание берется? Основание возникает при разрешении противоречия. Если одна сторона противоречия исключает другую, а другая исключает первую, то они исключают друг друга и исключают и противоречие. И противоречие уходит в основание, переходит в основание. Переходит в основание, да, абсолютно правильно. А вторая категория парная для основания какая? Основанная. Да, что из них сущность? Хитрый вопрос такой. Сущность тут есть? Основание. И то, и другое, здесь сущность. Вот, правильно товарищ говорит. Сущность тут и то, и другое, на самом деле. Просто основание это прямо выступает как сущность, а основанное, как будто бы как бы сверху, но это на самом деле тоже сущность, потому что все категории, которые мы рассматриваем, это категории сущности здесь. Наверное, отрицание сущности, самой. Да, 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 вот абсолютно правильно. И как раз в основанном, а потом в существовании уже появляется вот бытие, начинает оно уже проглядывать здесь в сущности, хотя все категории, которые мы встречаем в сфере сущности, мы их должны брать с отрицанием, потому что если мы берем их как бытие, мы понимаем, что мы, речь идет не о сущности, а о бытии. Поэтому как только мы берем какую-то категорию, нам надо взять ее с отрицанием. Или, как пишет Гегель, она должна быть положена. Да? То есть взята как раз это и есть, взята с отрицанием. Спасибо, хорошо очень. Так, ну что, вы хотите высказаться? Не хотите? Ну и что, вы даже не знаете, что такое закон? Не знаете, что такое закон. Ну хорошо. Давайте мы немножко поговорим о тех работах, которые были присланы нам. Я попытаюсь высказать свои комментарии. Как я уже сказал, в целом работы мне очень понравились. Извините, да. Можно комментарий? Вот сейчас говорили о том, что противоречие, и в нем оно исчезает само. Да, поскольку в нем... Оно, да, оно разрешается. И это очень похоже на учение бытия, где, господи, разность, она исчезает. А если вы заметите, вообще-то говоря, и вот если читать внимательно сферу сущности, то там очень многое похоже на учение бытия. Вот когда Гегель начинает исследовать сущность, он пытается, он прямо как, так и говорит там в каком-то месте, что когда мы вот что-то рассматриваем, чтобы нам нужно что-то рассмотреть, нам нужно найти его определенность. И он пытается определенность у сущности найти. То есть он возвращает в сферу бытия, то есть использует те же самые категории, которые мы добыли в сфере бытия. Но мы же не просто так добыли, не зря. Работа была не зря проделана. И поэтому многое из того, что мы находим в сфере сущности, возвращает нас в сферу категорий бытия. Естественно, мы их применяем, эти категории. А потом в учении понятий то же самое будет с сущностью происходить. То есть мы будем возвращаться к тем же самым категориям сферы сущности. Так что в этом ничего удивительного особенно нету. Так, давайте сначала я скажу, кто получил зачет, а потом мы поговорим о том, какие замечания. Значит, некоторым товарищам я поставил просто зачет, некоторым товарищам я поставил зачет с замечаниями. Я постараюсь, там, где я поставил зачет с замечаниями, дать какой-то комментарий прямо сейчас. Сначала давайте я зачитаю тех, кто получил зачет и зачет, ну, или зачет с замечаниями. Так, Петр Краснов, Окленд, Новая Зеландия. Зачет. Айсин Аскар, Казахстан, Топар. Зачет с замечаниями. Скажу, какие замечания.
Эльдар Шамильевич Аляров, Россия, Республика Башкортостан, город Нефтекамск. Зачет с замечаниями. Никита Александрович Ананевич, зачет с замечаниями. Дмитрий Олегович Артеменков, зачет. Сергей Алексеевич Бабин, зачет. Людмила Ивановна Бабкова, зачет. Сахалинская область, ПГТ Ноглики. Денис Валерьевич Баянов, зачет. Андрей Боев, Боев Андрей Сергеевич, Улан-Удэ, зачет. Станислав Борисов, зачет с замечаниями. Александр Бракаренко, зачет. Максим Сергеевич Бунтин, зачет. Кирилл Александрович Ватазин, зачет с замечаниями. Алексей Александрович Вахтин, зачет с замечаниями. Алексей Владимирович Вислов, зачет. Любовь Баталовна Воронкова, город Волгодонск, Ростовская область, зачет. Ильдар Равильевич Галимов, зачет. Лидия Ивановна Гарная, зачет с замечаниями. Павел Юрьевич Гиль, город Самара, зачет. Юрий Юрьевич Голощапов, зачет. Петр Владимирович Гамилаури, город Ростов-на-Дону, зачет. Максим Владимирович Гордевнин, это наш товарищ из Самары, зачет. Гухар Кубеновна Датхабаева, зачет с замечаниями. Дмитрий Юрьевич Диденков, зачет. Алексей Александрович Дубинин, зачет. Алексей Елизаров, зачет с замечаниями. Артем Ефремов, зачет. Людмила Викторовна Ефремова, зачет. Анна Владимировна Жаркова, Москва, Солнцева, зачет. Андрей Эдуардович Запольский, зачет. Эдуард Зарубин, Зарубин Эдуард Владимирович, город Межгорье, Башкортостан, зачет. Александр Юрьевич Исай, Республика Беларусь, город Минск, зачет. Калюх Евгений Андреевич, зачет. Карпов Виталий Игоревич, зачет с замечаниями. Касаев Сергей Владимирович, зачет с замечаниями. Кожухов Андрей, зачет. Город Москва, зачет с замечаниями. Кондратьев Сергей Владимирович, зачет с замечаниями. Коновалов Денис Юрьевич, зачет. Кошкина Полина, город Ижевск, зачет. Крутилина Светлана Валерьевна, Республика Бурятия, город Улан-Удэ. И даже улицу и дом товарищ прислал нам, но не буду говорить, зачет. Кужелев Евгений Юрьевич, зачет. Куликов Евгений Валерьевич, зачет. Кульбака Наталья Николаевна, Республика Беларусь, город Минск, зачет. Кынтерец Андрей Николаевич, зачет. Стефания Лобанова, зачет с замечаниями. Так, сейчас одну секундочку. Вижу Никита Евгеньевич Лукьянов. Да, я поставил не зачет, это произошло случайно. Зачет с замечаниями. Прокомментирую. Так, я прошу прощения, нет, не Никита Евгеньевич, не волнуйтесь, вы получили зачет, как и все, кто прислал, кого я проверил. Александр Лукьянов, зачет. Владимир Альбертович Любченко, зачет. Магарамов Роман Исакович, зачет с замечаниями. Макаров Алексей, зачет. Манжула Василий Михайлович, зачет с замечаниями. Из Костромы товарищ. Махмудов Саят, зачет. Миллер Сергей Александрович,
Москва, Московская область, поселок Часцы, зачет. Мордовина Стелла, зачет. Назар Олегович, зачет. Нугаев Ире Кравильевич, зачет. Пастухов Илья Андреевич, город Ижевск, зачет. Евгений Попов, Попов Евгений Сергеевич, Ростовская область, город Новочеркасск, зачет. Протопопов Иван Александрович, город Красноярск, зачет. Радуцкая Ирина Викторовна, зачет. Ржевская Елена Германовна, зачет. Так, Романов Евгений Владимирович, зачет. Алексей Витальевич Симко, зачет. Сигалов Леонид Моисеевич, город Санкт-Петербург, зачет. Силин Петр Анатольевич, Алтайский край. Так, это я не проверил. Да, ну и осталось где-то 15-20 работ, которые я скоро проверю. Давайте поговорим об ошибках, которые товарищи допустили, и неточности. Да, хочу сказать в целом, что все эту критику, которую я буду сейчас говорить, это больше неточности. Прямо вот таких вот ошибок, которые, после которых мне хотелось поставить не зачет, а у меня такое бывает частенько, когда я проверяю работы, у меня в этот раз не было такого желания. То есть просто какие-то неточности товарищи допустили. Ну и для того, чтобы нам отточить именно выражение категорий, нам стоит на эти неточности обращать внимание для того, чтобы, ну, как я сказал, чтобы наша речь, наше выражение мысли было как можно более точно, как можно более было приближено к выражению в понятиях. Не так набор слов, которые мы не понимаем, а именно выражению в понятиях. Так, Айсин Аскар, Казахстан, пишет товарищ Аскар, что противоречие – это взаимодействие противоположностей, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником движения и развития объективного мира и познания. Выражая сущность закона единства и борьбы противоположностей, категория противоречия занимает центральное место в диалектике. Ну, значит, противоречие – это не просто взаимодействие противоположностей, вот такое как бы безразличное. Я вот взаимодействие сейчас со столом взаимодействую, но мы противоположность не образуем. И противоречия не образуем. У меня никакого противоречия со столом нету, хотя я с ним взаимодействую. Нужно находиться именно в единстве, и это должна быть, как многие товарищи это заметили у Гегеля, это должна быть не просто рефлексия, а исключающая рефлексия. То есть одна сторона противоречия должна исключать другую. То есть если одна сторона, то не другая. То есть одна сторона должна исключать другую. Но это исключение, это рефлексия исключающая и подразумевает полагающую рефлексию, то есть единство. В этом смысле выражение, что противоречие – это единство и борьба противоположностей, оно как раз верно. И дальше я буду об этом говорить. Многие как бы товарищи говорят, что противоречие – это единство противоположностей, просто единство противоположностей. Но правильнее говорить, что противоречие – это борьба противоположностей, потому что в этом единстве борьба является абсолютным. А как бы именно то, что они исключают друг друга, это в противоречии важно. То, что они полагают, это следствие борьбы, следствие – это исключающей рефлексии. И следствие как раз этой исключающей рефлексии является это единство. И у Ленина вы это можете найти, что он, когда говорит о противоречии, как единстве и борьбе противоположностей, он понимает, подчеркивает, что борьба абсолютно, а единство, оно относительно, оно как бы мимолетно, мгновенно, можно сказать. Вот. Выражая сущность закона единства и борьбы противоположностей. Во-первых, я не знаю, что такое закон единства и борьбы противоположностей. Вот нигде вы у Гегеля не найдете, что где-то есть такой закон единства и борьбы противоположностей. Дальше, что такое сущность закона единства и борьбы противоположностей? Мы здесь, товарищи, об этом не сказали, но закон – это спокойное явление, это и есть сущность. Сущность и есть закон.
Что такое сущность закона, это как-то непонятно. Закон – это и есть выражение сущности. Так, дальше идем. Эльдар Шамилевич Аляров, Россия, Республика Башкортостан, город Нефтекамск. Сущность, как снятое бытие, товарищ, раскрывает этот вопрос и пишет, что бесконечное отрицание любого бытия с удержанием. Но бесконечное в каком смысле? Вот бесконечно здесь просто отрицание любого бытия с удержанием. А не бывает конечного отрицания? Вот я что-то не понимаю. Тут как бы слово «бесконечное», мне кажется, лишнее. И вот противоречие. Тут товарищ пишет, что это единство противоположностей. Но это не только единство, это и борьба, как я уже сказал. Так. Никита Александрович Ананевич. Через качественные скачки проходит сохраняющееся небытие, отрицание бытия, которое есть сущность. Не так, нельзя сказать, что сохраняется небытие. Небытие – это ничто в наличном бытие. Это такая категория. Ничто в наличном бытие. И когда мы говорим о чем-то сохраняющемся, это не небытие. И отрицание бытия в данном случае – это именно сущность, а не небытие. То есть вот если вы отрицаете наличное бытие, конкретное наличное бытие, не просто его отрицаете, а рассматриваете его, вспоминаете, что в нем есть, что оно получилось как результат снятия становления, и в нем есть ничто, момент становления – ничто, то значит, он есть и в наличном бытие, и таким образом мы находим, мы на этот, вот этот момент в наличном бытие называем небытием. А здесь небытие, так вот аккуратно надо использовать эту категорию. Сущность – истина бытия, абсолютно верно. И отрицание бытия имеет отрицательную природу. Познать ее до конца нельзя, потому что все находится в изменении. Но не поэтому. И вообще, почему нельзя до конца познать сущность? То есть она в сущности мы имеем некое движение, оно бесконечное. Но нету этого конца не потому, что все находится в изменении. Как вы помните, категорию изменяющегося нечто мы нашли в учении о бытии. Да? И уже в учении о бытии все категории, которые после неизменяющегося нечто у нас появлялись, все категории – это категории, находящиеся в изменении. Все изменяется с того момента. Конечно изменяется, предел изменяется, бесконечно изменяется, граница изменяется. Все категории, которые мы встретили после изменяющегося нечто, они, к ним категории изменения, они категории изменения в себе содержат. А не то, что мы тут в сущности вдруг встретили изменения и наткнулись на это изменение. Так... Бабкова Людмила Ивановна, Сахалинская область, ПКД Ноглики. Рассматривает Людмила Ивановна вопрос о сущности как снятом бытие и пишет: «Только тогда, когда знание, выходя из непосредственного бытия, углубляется вовнутрь, оно через опосредствование находит сущность. Сущность есть прошедшее, но вневременно прошедшее бытие». Я не очень понял, что значит «прошедшее вневременно бытие». То есть нету здесь никакого времени, во-первых, просто отрицаем. Отрицаем с точки зрения категории философского отрицания. Философское отрицание – это снятие. То есть мы отрицаем и удерживаем содержание бытия в сущности. И оно там постепенно просвечивает. Так, Станислав Борисов, тоже первый вопрос, говорит: «Сущность не находится на поверхности, она скрыта где-то в глубине, то есть не налицо, а значит не является бытием, а является его отрицанием». Нет, вот то, что не налицо, не обязательно является сущностью. Это вовсе не обязательно является сущностью. У нас в наличном бытие ничто не налицо, как мы, оно не налицо, налицо только бытие. При этом ничто в наличном бытии, то есть небытие, оно не является сущностью. Так что нельзя говорить, что все, что не налицо, это сущность. Нет, это неправильно.
Противоречие, пишет товарищ, если имеется некая единая система, то в ее сущности есть противоречие, то есть некие противоположности, которые существуют в единстве этой системы, взаимодействуя друг с другом и не могут существовать отдельно, например, жизнь и смерть. Вы здесь как-то путаете моменты. Моменты там, в становлении, ну и просто моменты, да, в становлении. Во-первых, система. Что за единая система такая появилась? Какая-то система появилась? У нас есть, только есть система категорий, система знаний. То есть знания, приведенные в систему. Никакой другой системы у нас здесь нету. И поэтому эти противоположности, которые в противоречии есть, они не просто взаимодействуют с друг другом и не могут существовать отдельно, как моменты. Да, моменты – это ведь тоже что-то неразрывное. Но они в единстве находятся и исключают друг друга. То есть если одно, то не другое. Они исключают друг друга. Васильченко Екатерина Борисовна. Здравствуйте. Так. Да, пишет Екатерина Борисовна. Здравствуйте. В эту форму не влезают ответы на вопросы, так как стоит ограничение в 150 слов. Что очень мало для ответа на три вопроса, по которых, в которых по 2-3 понятия. Прикрепила файл сюда, но не знаю, насколько успешно. Неуспешно вы прикрепили. Я его не нашел. Все время вылезают какие-то ошибки. Еще у меня непроверенно работа по зачету за первый семестр. И тут я дам еще раз комментарий, который мы вот говорили в самом начале. Первое. Значит, товарищи, краткость – сестра таланта в этом смысле. Если вы хотите написать что-то развернутое, пишите статью и присылайте ее там в газету «За рабочее дело», например, и там ее опубликуют. Опубликуют, и это будет какая-то статья, где вы раскроете там на какое-то количество, значимое количество печатных слов, раскроете то, что вы хотите донести до товарищей. Здесь в ответах на вопросы вам нужно ухватить самую суть и коротко и четко изложить 2-3 понятия. Для этого 150 слов более чем достаточно. Вот. Дальше. По вопросу непроверенной работе по зачету. А, зачет за первый семестр. Это я не знаю. Это можно к товарищу Мордовину обратиться. Я думаю, что те, кто высылали зачет, где те, кто высылали свои ответы, зачет получил. Кто-нибудь был на зачете? Получил там кто-нибудь не зачет? Нет. Значит, у вас зачет стоит. Все, этот вопрос решен. Ну и опять же, да, все-таки я хочу повторить по поводу проверенных работ. Товарищи, значит, почему мы используем такую форму изложения, короткого изложения в системе СДО? Мы используем эту форму для того, чтобы заставить слушателей перестать быть просто слушателями, а стать теми, кто может воспроизвести прослушанный материал. То есть показать, что они этот материал усвоили. Поэтому сам тот момент, в который вы начали воспроизводить этот материал, мы уже добились поставленной цели, вне зависимости от того, проверили вашу работу или не проверили. Хотя, конечно, хорошо бы, чтобы ее проверили. Все ошибки, вот, которые и я проверяю, и другие преподаватели, они, которые мы обсуждаем на семинаре, они, в принципе, покрывают все остальные ошибки, потому что ошибки типичные. То есть мы разбираем практически все без исключения вопросы. Поэтому вы потом можете понять, правильно вы ответили или нет. Если вы уж совсем какую-то чушь там написали, то можно переписать. И тогда вы себя продвинули сами. Это вы делаете для себя, не для меня, для преподавателя, не для других преподавателей, а для себя. Вы заставляете себя воспроизводить эти знания вот в этой форме. И то, что вы их просто воспроизвели, просто написали в этой форме, написали на бумаге, это уже то, что нам нужно. Поэтому относитесь к этому диалектически. Вахтин Алексей Александрович отвечает.
Алексей Александрович на первый вопрос и пишет: «Для того, чтобы познать, что такое бытие в себе и для себя, необходимо найти путь выхождения за пределы бытия, или вернее вхождение внутрь него. Сущность есть такое бытие, в котором подвергнуто отрицанию все определенное и конечное». Вот как раз тут, что все определенное и конечное. Не просто все определенное и конечное, а вообще все бытие подвергнуто отрицанию. И что значит «необходимо найти путь за пределы бытия»? Что вы понимаете под пределом бытия? Предел – это… Что такое предел? Да. Граница, которая переходит. Да, это граница, которая переходит. То есть это была граница у нас в учении о бытии. Там было нечто, было иное, была граница, которая… такая определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, да, и вот там один из моментов нечто выводил нечто за эту границу, выводил в иное. И предел – это как раз была эта граница, которую мы переходим. Что такое предел бытия? Совершенно непонятно. То есть, опять же, мы используем слова… не просто как слова, как набор слов и связок между ними. Будьте внимательны, когда вы используете какие-то категории, особенно те, которые мы здесь уже прошли. Понимайте, зачем вы их используете. Так, идем дальше. Но в целом товарищ получил зачет, там ответил на другие вопросы. Так, не знаю, не скопировал я... значит, имя, но вот товарищ пишет, что «Здравствуйте, у меня нет отметки о зачете, отправил 23.12.19 года, думаю, что товарищ себя узнает, а ничего не могу по этому поводу сказать». А дальше пишет: «Противоречие – это главная категория в диалектике». Ну, в каком смысле она главная? Ну да, ну можно сказать, что вокруг нее все крутится, там, что диалектика отличается от формальной логики, что она изучает эти противоречия, что она не пугается, когда она встречает противоречия, что это, что противоречие – это основание для любого движения, для любого развития, да? Можно так сказать, вот я сейчас накидал вроде, и как бы тут противоречие, да, оказалось главной, ну, главной категорией, но у Гегеля вы такого не увидите. Так что не надо вот так прямо писать, что это главное. Все категории диалектики важны. И другие категории, там категория изменения, ничуть не менее важная, чем категория противоречия. Мы знаем, что все в мире противоречиво. Ну так мы знаем это из науки логики. А вот некоторые товарищи, кстати, не знают об этом. Если вы обратите внимание, есть некоторые товарищи, которые всячески, тут есть две позиции, всячески... Одни товарищи, которые всячески хают диалектику. Есть такой персонаж, как же его фамилия? Лекс Кравецкий, что ли, или кто-то такой. Значит, он просто говорит, что, ну, диалектика – это там никаких противоречий нету, и стоит на позициях формальной логики, встречает противоречия, ну, и говорит, что, значит, как это формальная логика учит, что были неверные предпосылки, надо остановиться как бы и закончить. Никаких противоречий вообще нету ни в нашей голове, ни в реальном мире. А есть другая позиция, еще более хитрая, тоже ревизионистская в некотором смысле. Товарищи говорят следующее, что в реальном мире противоречий нет. Но поскольку мы, так сказать, отражение видим этого реального мира, то есть отражаем в нашей голове, то это в нашей голове просто рождаются эти противоречия. А на самом деле в реальном мире это нет. Вы что, видите что-то противоречивое? Мы это видим, что все противоречиво. А они говорят, что нет, в мире ничего противоречивого нет, это просто мы так отражаем в голове, и поэтому у нас в голове противоречия образуются. Вот, это такая более хитрая такая, то есть они за диалектику как бы, но они говорят, они разрывают диалектику и то, что те категории, которые изучают диалектика, от реального мира. То есть они просто на чисто идеалистической позиции стоят, на самом деле, не замечая этого. Значит, позиция материалиста же как раз говорит о том, что мы отражаем материальный мир, и все противоречия, которые в материальном мире, они отражаются в категориях диалектики.
Поэтому противоречие есть и в нашей голове, то есть когда мы изучаем эти категории, и в реальном мире, в материальном мире, конечно же, эти противоречия точно так же присутствуют. Так, дальше пишет товарищ, материя находится в бесконечном движении. Ну, это правильно. В сущности тоже все находится в бесконечном движении. А не в сущности все находится в бесконечном движении, а сущность находится в бесконечном движении в том смысле, что сущность, когда там рассматриваются, когда сущность предстает перед нами как рефлексия и рассматриваются рефлективные определения, как раз вот то, когда мы только ухватываем что-то в сущности, оно предстает как бытие, и нам надо отрицать это, опять это бытие, и мы возвращаемся опять к сущности. И таким образом происходит уже, ну, и сущность, она уже чем-то обогащена, обогащена, да, она равная и неравная одновременно с самой себе в этом смысле. И в этом смысле происходит бесконечное движение сущности, она утверждает все время себя через отрицание. Вот в этом смысле бесконечное, она находится в бесконечном движении. Когда мы рассматриваем не простое бытие, а бытие с основанием и условиями, то такое бытие называется существованием. Нет, это неправильно. Мы не рассматриваем бытие, а мы говорим, что когда для сути дела созданы все условия, оно вступает в свое существование. Мы не рассматриваем вот так бытие, там нету никакого бытия. Оно, бытие начинает, вот как раз здесь созданы для сути дела, созданы все условия. Она вступает в существование. И вот здесь вроде как уже бытие, ну, начинает проклевываться. А не так, что мы рассматриваем непростое бытие, какое-то бытие, к нему прикрепили основание и условия, и оно называется существованием. Нет. Эта сущность проявляется таким образом, а в сущности есть бытие, как снятое бытие. Да? И вот оно выплывает в категории существования. Так, Гиль Павел Юрьевич, город Самара. Да, противоречие – это единство противоположностей. Но не только единство, а борьба, как мы говорили. Голощапов Юрий отвечает на вопрос категории существования в отличие от категории бытия. Относительно категории бытия, пишет Юрий, мы можем говорить о Боге, единороге и тому подобном, говорить о наших разговорах о них. То есть существует абстракция, в наших абстракциях оно есть, но оно не существует. Ну и что? Да, мы можем говорить о чем угодно, и когда мы просто говорим «есть», да, есть и боги, и единороги, и что угодно еще, если мы сказали «есть», то это и есть категория бытия. А существование-то как отличается от категории бытия? И это не просто… И да, вот, то есть существует абстракция, в наших абстракциях оно есть. А что такое абстракция? Что такое абстрактное? Кто-нибудь может сказать? Да. Вот, товарищ, правильно, да. В этом смысле, конечно, категория бытия, просто взятая как просто есть, это категория абстрактная, она односторонняя. Никакого противоположность конкретному, то есть противоречивому, в ней никакого его противоречия пока нет, оно не развернуто еще. Вот. Поэтому не совсем точно. Действительное и недействительное. Бывают разного рода явления, вещи, люди, которые действуют согласно своей природе. Но что такое согласно своей природе? Например, человек, устремленный к развитию общества, действительный, а человек, действующий вопреки развитию, недействительный. Но вот тут надо сказать, что такое действительное, указать на то, что действительное. Действительность, вообще говоря, что это такое, кто-нибудь может сказать? Единство сущности и существования. Ну, можно так, да, можно так сказать, что действительность – это единство сущности и существования. Можно сказать, что это выявленная сущность. А в каком смысле это выявленная сущность? Когда мы рассматривали явление, мы говорили, что вот есть явление, рябь, да, и есть спокойное в явлении – закон. Но на самом деле закон же есть и в явлении, и вот, этот, вот, вот эта сущность, закон-то – это сущность, она есть и в явлении. И вот эта выявленная сущность, то, что в явлении соответствует закону, это и есть действительность. В принципе, товарищ это и пишет, как бы, да, согласно своей природе. Что такое природа человека? Закон. Это его сущность. В сущности есть закон, да?
То есть если люди действуют согласно своей природе, то человек имеет в виду сущность. А в чем сущность человека, кстати говоря? Товарищи марксисты, в чем сущность человека? Да. В общественных отношениях. Абсолютно верно. То есть человек проявляет свою сущность, вот она является, человек действителен только в общественных отношениях. То есть когда он действует в обществе, в отношении других людей. И не просто в отношении других людей. Тут тоже надо очень аккуратно. Вот мне кажется, что даже Михаил Васильевич так, он не подчеркивает этот вопрос. Хорошо, общественные отношения. Вот я как бы, ну, мы встретились с вами, мы поговорили, и я пошел дальше спать, там, условно говоря. Это общественные отношения? Но мы в обществе же. Это общественные отношения или нет? Вот тут надо вспомнить, что такое общественное бытие. Что такое общественное бытие? Как вы понимаете общественное бытие? Ну, это бытие, связанное с производством. Вот. Это общественное бытие есть общественное производство. То есть общественные отношения имеются в виду отношения в производстве. То есть когда производстве, вот участие в производстве, вот это, именно это и есть сущность человека. То, что он общественное, животное общественное, участвующее в производстве. Не просто это то, что мы там встретились, поболтали, это момент этого общественного производства, общественного бытия фактически. Но это не решающий момент. Именно производство общественное является общественным бытием. Поэтому действовать согласно своей природе, это значит, что человек должен участвовать в общественном производстве. Вот когда человек участвует, так или иначе, он не обязательно должен быть рабочим, да, то есть непосредственно производящим материальные блага, но он должен участвовать в производстве. Человек, который не участвует в общественном производстве, он является недействительным человеком. Отсюда капиталисты недействительные люди, они паразиты, они в общественном производстве никак не участвуют сейчас, особенно сейчас, на стадии империализма. Какое? Они уже давно не организуют никакое производство. За них уже менеджеры давно организуют. Ну хорошо, есть какие-то капиталисты, которые организуют. Они, так сказать, болтаются еще. Действительно, недействительно. Рантье. Вообще никакого участия в общественном производстве. Это просто чистый паразит. Недействительный человек. То есть вот, пожалуйста, мы вот вывели для граждан, которые сдают квартиры и живут этим только, исключительно. Вот мы вывели то, что они люди-то недействительные. Именно по сущности они недействительные люди. Они не соответствуют своей сущности, никак не участвуют в общественном производстве. А банкиры? Банкиры, если они обеспечивают функцию банка, если их банки обеспечивают ту функцию, которая действительно банка, то есть они временно перераспределяют денежные средства там, где есть временный избыток, и направляют туда их, где есть временный недостаток, то есть они способствуют общественному производству, то можно сказать, что, в общем-то, они действуют по крайней мере, в рамках общественного производства. А граждане, вот, которые рантье, еще раз повторяю, ведь они ходят в магазин, они общаются с другими людьми, они там, у них есть семья. То есть можно так сказать, что, в принципе, они общественную жизнь-то ведут, но это не соответствует общественному бытию. Они в общественном производстве не участвуют. Не участие в общественном производстве, извините, товарищи, вы не действительный человек, не соответствуете сущности. Биржевые спекулянты – это те же самые рантье. Это ничем не отличаются. А домохозяйки? Подождите секундочку. Домохозяйки. Что такое домохозяйки? Ну, которые занимаются исключительно семейными какими-то заботами. Да, но они участвуют в вот они участвуют в общественном производстве, потому что вот как говорил Энгельс, материалистическое понимание истории сводится к производству и воспроизводству непосредственно жизни, которое разваливается на две части: производство материальных благ и само производство человека как такового. Поэтому можно сказать, что домохозяйки, если они, так сказать, не просто там, ну, ходят, ногти красят там, и так далее, которые занимаются воспитанием детей, они занимаются производством непосредственно жизни, конечно.
То есть тут к таким товарищам у нас каких-то особых претензий быть не может. И тем более, если действительно домохозяйка, то она занимается тяжелым домашним трудом, да? То есть это тяжелейший труд, изнуряющий, изматывающий. И вообще говоря, женщину так-то коммунисты собирают именно избавить от этого изнуряющего труда. Не в том смысле, что дать ей равенство, буржуазное равенство, в смысле законодательного равенства с мужчинами, а именно избавить ее от этого труда, то есть дать ей свободное время. То есть та функция, которая биологически на женщину возложена, это рождение ребенка, и функция, которая возложена уже развитием общества, ну, скажем так, неестественным путем на самом деле, то, что именно на нее возложена вся тягость домашнего изнуряющего труда, а именно как раз освобождение женщины, оно случится именно тогда, когда от этого труда ее избавят. А избавят ее не тем, что, скажем, ну, как бы, скажем, как это от этого избавляют вот, в так называемых социалистических странах, в Швеции, например. Там они такое как бы хитрое, у них хитрая такая, мы этот труд просто как бы разделим на, поделим на мужчин тоже как бы возложим. То есть, ну как мужчина тоже должен там половину времени там чего-то делать. Да, это хорошо, безусловно хорошо, для женщины это уже какое-то облегчение, но что это, разве освобождение домашнего труда? То есть мы и просто делим между мужчиной и женщиной. А на самом деле действительное освобождение от домашнего труда – это организация садиков, школ, общественных столовых. То есть когда общество само не этот вопрос не решается в рамках там, одной семьи, а решается в рамках всего общества. Сразу же общественная функция производится в данном случае. Вот, но это мы немножко удалились от рассматривая темы, хотя мы в сфере сущности все еще находимся. Значит, мое предложение сделать перерыв 5-10 минут, и мы продолжим. Кирилл Валерьевич, да. А вот от нашего товарища Петра Игоревича вопрос есть, ответите на него? Да. Кратко. Вопрос следующий. Есть ли в науке логики парадоксы? И решает ли гегельская логика парадоксы формальной логики? Значит, есть софизмы, так называемые, да, ну, то есть там эти есть, ну, вот эти софизмы, они возникают в учении о понятии. Я думаю, что мы о них будем говорить, кстати. Там типа того, я не помню, какой он пример приводит сейчас. Ну, типа там, может ли Бог создать камень, который не может поднять, вот такого типа. Ну, то есть, да. Это как раз это выражение, что... Да, у Гегеля это, да? Ну, или... Петр приводит, да, если Бог всемогущ, может он создать такой камень, который никто не сможет поднять. Да, вот когда мы будем говорить в учении о понятиях, о суждениях, да, как там они называются сейчас, об суждениях рефлексии, по-моему, то там этот вопрос разбирается. Но вот сейчас прямо точно сказать, как он разбирается, я не помню, не готов ответить. Вот. Можно спросить у Михаила Васильевича, он помнит эту книгу наизусть. Мне надо подготовиться к этому вопросу. В следующий раз, на следующем занятии, я обязательно этот вопрос освещу, вспомню. Мне очень это важно было услышать, потому что я сижу в интернете, и там противоречия, там ругаются коммунисты с феминистами, и, короче, совершенно непонятно, что каким словом называется и что имеется в виду. Вот. Ну, так, во-первых, зачем вы эту ругань читаете? Первое, самое первое, зачем? Во всем участвуете. Вот нет, есть, я в этом не участвую. Ну и даже, значит, понимаете, вот есть зловонная куча навоза. Я вот. Уже когда вижу эти заголовки... Вы можете, так сказать, не вступать в нее, но стоять и нюхать. И, так сказать, говорит, как она воняет плохо. Ну да, вот там товарищи
бьются не на жизнь, а на смерть по поводу какой-то ерунды с этими феминистками, чего с ними общаться. Ну, все уже про них понятно. Надо написать одну статью и на этом закончить. Лучше почитать вон Гегеля или Маркса с Лениным. И это значительно более полезно, чем чтение всяких форумов и ругани. По-моему, очевидно. А? Это очевидно, что... Не всем, нашим товарищам не всем очевидно, к сожалению. Даже вот Рабочей партии России. А вот туристские агентства, да, гостиницы, что, космический туризм, так они тоже, как бы, в производстве-то они сейчас что не производят? То есть они... Ну, как бы, можно сказать, не участвую, да, но как-то все-таки кто-то из трудящихся может отдохнуть благодаря им. Поэтому как бы тут же не прямое участие, а посредственное тоже. То есть тут надо аккуратно, прямо так вот, всех-то вычеркнуть из общественного производства не получится. Поэтому вот про кого можем сказать, это, конечно, про биржевых спекулянтов, от них вообще никакой пользы, ну просто вообще никакой. Те, кто рантье, живет на просто ренту там, от земли, от недвижимости, еще что-то, это просто как бы паразиты. А все остальные, ну так или иначе, участвуют. Степень участия разная, конечно, но участвуют так или иначе. Ну что, продолжаем? Так, дорогие товарищи, продолжаем разбор материалов, которые присланы нам по вопросу о сущности. Гамелаури, Петр, город Ростов-на-Дону. Да, про противоречие пишет тоже. Взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон. Но вот как бы это так, вот это слово «взаимодействие», я не знаю, может быть, где-то у Гегеля так и написано, но мне оно режет слух, потому что взаимодействие – это что-то такое вот, ну, как вот я вот потрогал так, мы взаимодействовали, но не во взаимодействии суть, а суть в том, что они в единстве и исключающем единстве, то есть они исключают друг друга. Гухар Кубеновна Датхабаева пишет: противоречие, единство противоположности, значит, мы это уже обсуждали, все содержит в себе противоречие. Но не содержит в себе противоречие, а все есть противоречие на самом деле, все противоречиво. Порядочный человек – тот, кто борется со своей непорядочностью. Да, вот я тут подчеркну, что со своей непорядочностью, не с чужой непорядочностью, а со своей непорядочностью. То есть противоречие, оно в нем. Он и есть сам человек, и есть противоречие. То есть это не что-то внешнее, это не вот стол я толкнул, и мы взаимодействовали, и таким образом противоречие получилось. А это внутри, да, это вот внутри одного человека, и человека есть противоречие. Каждая из сторон противоречия включает в себя свой противоположный момент. Да, это правильно. Не знаю, что-то слово «включают». Я подчеркнул, сейчас не могу понять, почему. Так, все хорошо. Елизаров Алексей отвечает на первый вопрос. Бытие, оно есть. Ну, не бытие, оно есть, а бытие – это есть, это бытие. В процессе его ищучения, оно переходит в небытие. Далее небытие переходит в бытие. Это есть момент становления. Какое это отношение имеет к сущности? И, во-первых, не так, что тут не небытие, а ничто. Все перепутали. Вот вам бы вернуться в книгу первого «Учение о бытии» и вспомнить, чем небытие отличается от ничто. Так, пишет товарищ: существенное и несущественное. Конструкторская документация для моей работы – это внешнее, то есть несущественное. Однако документация определяет механизм, что значит для механизма документация существенна. Существенное и несущественное – тождественное. Вот это просто микс, просто как бы максимальный микс всего.
Существенное и несущественное – это самые первые категории, которые мы различили в сфере сущности, когда просто увидели бытие и ничто. Бытие и сущность, как отрицание всякого бытия, как рядом положенные. Они предстали одно как существенное, а другое как несущественное. Тождества еще здесь никакого нету, поэтому нельзя говорить, что существенное и несущественное – тождественное. Тождество появляется дальше, когда мы рассматриваем сущность. Саму сущность. И она через рефлексию является равной самой себе, то есть тождественной самой себе. И отсюда тождество возникает. Противоречие. Выше отражено различие между идеей и материей, но они едины. Здрасте, приплыли. Кто единый? Идея и материя? Непонятно, что значит они едины. Данное равенство – противоречие. То есть вы считаете, что противоречие между идеей и материей – это единственное противоречие, которое есть, да и никакого противоречия между идеей и материей нету как такового. Потому что идея – это просто мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Она так или иначе отражает материю. Никакого противоречия между идеей и материей нету. Артем Ефремов. Так, сущность – отрицание бытия, сущность – не поверхность, она в глубине бытия. Сущность идет и развивается от одной глубинной сущности к другой глубинной сущности. И вот это совершенно неправильно. Во-первых, она не идет никуда. Она развивается, но она развивается от себя к себе. И мы в этом развитии видим, что на самом деле там есть и тождество в этом смысле, то есть в этом рефлективном движении, о котором мы говорили, она является тождественной самой себе, то есть возникает тождество, и тут же она является различной от того, что она была. И это различие. И поэтому не одна сущность переходит в другую сущность, потом в третью сущность, четвертую сущность и так далее, а все движение происходит в сущности, в одной сущности. Никакой третьей сущности и такого внешнего хождения от одной сущности к другой, и как будто бы не еще какая-то сущность пошла в эту сущность, во вторую, в третью. Это совершенно неправильное понимание вопроса. В общем, сущность – это снятие всякого бытия. Вот это правильно. Существенное – это бытие, взятое в единстве с сущностью. Нет. Нет. Существенно – это сущность и есть по отношению к бытию. То есть вот сущность, когда мы просто рассматриваем, как рядом положенное с бытием, это существенное. А бытие оказывается несущественное. А вот тут товарищ написал, я красным выделил противоречие, это единство и борьба противоположности, причем единство лишь относительно, а борьба абсолютно. Вот товарищ Ленина читал явно. Молодец, товарищ. И дальше тоже выделил я себе, за что хвалю. Действительность, закономерность, что проявляется прямо на поверхности явлений, и то в явлении, что соответствует сущности, есть действительное, а то в явлении, что не соответствует сущности, есть недействительное. Вот это вот, кстати, практически никто так и не написал. То есть, да, то, что соответствует сущности, то есть закону в явлении, то действительное, а то, что не соответствует, недействительное. Вот так вот прямо вот выразил первый товарищ Артем Ефремов. Молодец. Жаркова Анна Владимировна, Москва, Солнцево. Никаких у меня замечаний к ней нет, просто Анна Владимировна здесь задает мне вопрос. Кирилл Валерьевич, в физике и математике диалектическая логика работает формально. Так один товарищ утверждает, сказал, что он это в ваших лекциях слышал. Это так? Нет, не так. Нельзя сказать, что диалектическая логика работает формально. Нету такого соотношения между диалектической логикой и формальной логикой. Есть соотношение следующее, что формальная логика включается в диалектическую, то есть диалектическая логика включает в себя формальную. Все переходы в диалектической логике являются формально-логическими. Только когда мы в диалектической логике высказываем одно утверждение, мы высказываем сразу же и противоположное. То есть мы изучаем то, что называется противоречием, и то, что в формальной логике, когда встречается противоречие, там на этом как бы мысль останавливается. Как в формальной логике, вот в математике, как происходит? Там есть такой метод доказательства от противного. Мы предполагаем,
что-то и приходим к противоречию. И как только мы пришли к противоречию, мы испугались и закончили. Как бы. Дальше мы ни в коем случае не идем. Все противоречие. Нет. Вот как математика, то есть она формально-логические переходы. Как только встретили противоречие, значит там посылка изначально неверна. Ну, для математики такой метод формально-логический, он достаточен. Хотя и физике он достаточен, потому что физика, в принципе, она как бы использует математический аппарат, и она в целом это как бы приближение. Физика – это как бы приближение мира. Физика не описывает всякое движение материи. Например, она там описывает механическое движение материи, в основном механическое, собственно говоря. А? Оптика. Это и есть механическое движение материи. Связанное с перемещением в пространстве. Вот. А, например, движение общественной формы материи физика никаким образом не описывает. А вот общественную форму материи нельзя изучать и движение описывать без противоречия, скрытия этих противоречий. Так что здесь получается, что в физике и математике работает формальная логика, которая является частью логики диалектической. То есть она включается в диалектическую логику. Но на самом деле, если вы внимательно посмотрите даже на такие простые, там, скажем, вещи, как в математике, как предел, да, скажем, вот такое понятие, как предел функции, да, там, если покопаться в этом пределе, то там, в принципе, противоречие это можно найти. И его как бы активно математика пытается избежать. Там, давайте какое-нибудь определение предела функции дадим, да? Есть такое определение, значит, значение там y является пределом функции f в точке x ноликом, если для любой окрестности точки y существует окрестность точки x ноликом такая, что образ окрестности точки x ноликом лежит полностью в окрестности точки y. То есть, другими словами, для любой окрестности образа есть окрестность прообраза такая, что функция от окрестности прообраза, отображение функции окрестности прообраза полностью лежит в окрестности образа. Вот, что-нибудь понятно? Так ничего не понятно, да. Но в целом речь идет об величинах, об бесконечных величинах. То есть сколько бы малую мы не пытались взять окрестность, мы можем в исходном множестве взять еще меньшую окрестность, такая, что при отображении он попадет в эту малую окрестность. В общем, здесь противоречие есть, связанное с бесконечностью. И это определение предела, кто учится на математико-механическом факультете, таких определений предела, по-моему, мы должны были знать то ли 5, то ли 6 штук. Если там любое одно не знаешь, там на разных языках, там язык окрестности, язык эпсилон дельта, еще там какое-то, я вот сейчас, наверное, все 5 не сформулирую. Сразу же на первом экзамене, кто не знал хотя бы одно, ставили 2 балла без разговоров, вне зависимости от того, что следующее рассказывали. Корпускулярно-волновая теория. Тогда. Комплексные числа. Просто идет рассмотрение отдельно. Да, просто как бы отдельно, и как бы говорят, что теперь это будем рассматривать как волну. Да, это тоже хороший пример. Вот. Но когда мы как бы прыгнули сюда, здесь все формально логически. А как бы что это одно и то же одновременно, как это одновременно может быть, не следует, не ясно, непонятно из изложения. А история про Ахиллеса и черепаху, это же про пределы тоже. То Ахиллес не может догнать черепаху, потому что черепаха метр, он 2 метра, черепаха 50. Не, это про сходимость ряда. Правда, сходимость ряда, она вводится через пределы, это вы правы. Да. Виталий Игоревич Карпов. Так, на 6-й вопрос товарищ отвечает. Что у нас такое 6-й вопрос? Сейчас разберемся. Категория бытия более сложная, чем категория существования, так как содержит в себе категорию существования. Нет, это совершенно неверно.
Категория бытия не содержит в себе категорию существования. Категория существования, она в учении о сущности, таким образом существование содержит в себе бытие. А категории сферы бытия – суть, пустые абстракции, в то время как категории сферы сущности более конкретны. Это тоже абсолютно неправильно. Не все категории бытия – суть, пустые абстракции. Как только мы рассмотрели становление, после этого все категории сферы бытия стали конкретными, потому что они уже стали противоречивыми. Они содержат в себе уже это противоречие, которое впервые появляется в становлении. Поэтому не все далеко категории сферы бытия – пустые абстракции. И что значит «более конкретное»? Еще раз, «конкретное» – это значит «противоречивое». Что значит «более конкретное»? «Более противоречивое»? Что такое «менее противоречивое» значит? Должны быть. Непонятно. Так, Сергей Владимирович Кассев. «Противоречие» – это рефлексия. Бесконечное движение сущности. Нет, нельзя сказать. То есть это верное утверждение, но это не является определением для категории противоречия. Сущность есть рефлексия. Да, она рефлексия, она бесконечное движение. Мы это, об этом говорили. В этом смысле и противоречие есть рефлексия. Но противоречие – это рефлексия специального вида, это исключающая рефлексия. Рефлексия и одновременно полагающая рефлексия. То есть это нельзя просто так сказать, что это просто рефлексия. Это было бы неправильно. Андрей Николаевич Кантерец. Сущность, тире, существенное наличное бытие, противостоящее несущественному. Но это неправильно. И товарищ отвечает на вопрос, сущность как снятое бытие. Надо говорить о том, как снимается бытие в этом вопросе, а не сравнивать существенное и несущественное. Действительно, сущность, вот когда мы говорим о существенном и несущественном, она предстает перед нами как наличное бытие. Потому что когда мы ее рассматриваем как рядоположной с бытием, она, конечно, для нас выступает как наличное бытие. И та выступает как наличное бытие, и это выступает как наличное бытие. Просто как бы на них смотрим, вот рассматриваем внутренним взором. Это две категории, которые выступают как наличное бытие. И в этом смысле одно существенное, а другое несущественное. Вот. Но вы отвечаете на вопрос о сущности как снятом бытием. Почему вы об этом говорите здесь? Непонятно. Так, Стефания Лобанова. Да, и вот как раз Стефания одна из тех, кто списала явно из философского словаря. Противоречие – взаимодействие противоположных сторон, предметов, явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве. То есть чувствуется, что слова здесь где-то правильные, проскакивают. Но какие предметы и явления? Явление – это вообще другое. Явление, оно позже встретится. То есть предметы – что за предметы? Отношение двух суждений, каждое из которых является отрицанием другого. Ну, в этом, то есть она подчеркивает, конечно, что это исключающая рефлексия, но подчеркивает это не точно, не отточенным вот как бы выражением понятия, а такими рассуждениями о. Связано с многообразием элементов единого целого. Что за многообразие такое? Многообразие – это категория вообще из топологии, математической дисциплины. Несоответствие в его структуре означает возникновение противоречия. То есть какие-то несоответствия в какой-то структуре как бы подталкивают к возникновению противоречия. Нет, это неправильно. Противоречие есть независимо, это объективно, оно есть объективно. Внутренние противоречия, взаимодействие противоположных сторон внутри данного объекта и внешние противоречия, оказывается, есть взаимодействие противоположностей, относящихся к разным объектам. Я сейчас с книгой во внешнем противоречии. Мы взаимодействуем? Взаимодействуем. Я вот положил руку на книгу. Мы противоположны? Противоположны. Внешние противоречия, оказывается. Но это ерунда, это какая-то механика, просто вообще не относящаяся к делу. Так... Явление. Философская категория, да, отражающая внешние свойства и отношения предмета. Форма выражения сущности предмета. Нет, не так. Может меняться, развиваться в соответствии с общими законами развития материального мира. Явления динамичны и изменчивы. А все изменчиво.
будучи устойчивой по отношению к явлению, сущность также изменяется. Да, вот это правильно, что сущность по отношению к явлению устойчива, потому что она проявляет себя как закон, как спокойное в явлении. Это вот верно. Но тут все надо перемалывать для того, чтобы найти что-то точно выраженное. Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями, то есть явлений два, оказывается, выражает связь между предметами, еще предметы какие-то, выражает существенную связь между сосуществующими в пространстве вещами. Да. Самоотрицание сущности. Ну и здесь дальше то же самое. В общем, дорогие товарищи, видно, что мы сформулируем закон как просто спокойное явление. Одна простая формулировка. Спокойное явление. Чем эта формулировка плоха и почему ее не взяли в тот философский словарь, из которого вы списываете? Вот это вот надо бы поинтересоваться. Я думаю, это сделано исключительно для того, чтобы от Гегеля как можно уйти подальше. Вот такую мешанину философскую. И, собственно говоря, я, по-моему, об этом говорил уже на других занятиях. Но вот то, что преподается под видом философии сегодня в вузах, ну, сейчас сегодня, даже не знаю, что боюсь предположить, что там преподается, то, что преподавалось там, в 2000 году, когда я учился, это вот была вот такая вот мешанина. Ничего, никакой связи в этих категориях не было. Это было набросанное какая-то, набросанные факты рядом. Вот ровно вот такая мешанина. И понять это было совершенно невозможно. Ну просто непонятно, как это запомнить все. Как это вообще все можно... То есть это просто набить свою голову вот этим. А в действительности оказывается, что если мы под философией понимаем в основном диалектическую логику, то есть диалектику, там есть движение, есть закономерности. И эти закономерности можно вскрывать, изучать и их понимать и запоминать тем самым. Если там, так сказать, меня сейчас спросить, выхватить какую-то категорию из сферы бытия, то я, может быть, не вспомню, что эта категория означает сразу же. Но я вспомню какие-нибудь окружающие категории и смогу до этой категории дойти. То есть есть связь, есть движение, а не просто все намешано в мешок, вот так взбалтано, и вы вывалено гражданам, которые, так сказать, пытаются это понять. Вот то, что мы видим в словарях, это то же самое. Это к философии не имеет никакого отношения. Давайте пойдем дальше. Роман Исакович Магарамов. Так, противоречия, взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений тоже. Действительно, противоположных, взаимоисключающих. Сказано вроде бы, что они взаимоисключающие, что это исключающая рефлексия, но опять взаимодействие и так далее. Вступление сути дела в существование. Итак, закон, как философская категория, обозначает устойчивое, общее, существенно необходимое, повторяющееся в явлениях. Спокойное явление. Он тем самым выражает как объективные связи самоорганизации явлений и процессов, так и последовательность их изменений. Ну тоже, в общем, философский словарь здесь проглядывает. Вот. Все-таки я рекомендую вместо философского словаря почитать хоть что-то у Гегеля. Хоть что-то вы поймете, хоть что-то вы запомните, хоть что-то вы ухватите. И это значительно более полезно, чем чтение философских словарей. А это первое. А второе, если вот, скажем, про некоторые товарищи еще обращаются к Большой советской энциклопедии, тоже я по этому поводу много раз говорил и хочу сказать еще раз. Значит, Большая советская энциклопедия в целом, там, так сказать, по техническим наукам вроде бы неплохо и слово изложено, но по философии там уже, ну там как бы человеку незнакомому с философией сложно понять, там вот как раз такая мешанина. И вроде как бы внешне вроде что-то правильное, но так не совсем. А если вы посмотрите на дисциплины, которые связаны с марксизмом, то есть с моментами марксизма другими, скажем, с научным социализмом, то вы увидите вот любой обучающийся в Красном университете увидит, что Большая советская энциклопедия – это прямой ревизионизм марксизма. Вот с точки зрения, там, скажем, научного социализма.
прямой ревизионизм. Просто откройте и почитайте, что там написано про коммунизм и про социализм, например, вот просто такие вот вещи. Почему это происходит? Почему это произошло? И, соответственно, почему то же самое нужно распространять на философские рассуждения в Большой советской энциклопедии? Значит, произошло это по следующей причине. Большая советская энциклопедия, вообще говоря, она, там ее последние издания датированы после 60-х годов прошлого века. Как мы знаем, в 61-62 году начался переходный период от социализма к капитализму. И началась уже в общественном бытии, то есть в общественном производстве, стадия борьбы, собственно говоря, за капитализм. И эта стадия борьбы никак не могла не отразиться на в Большой советской энциклопедии. И она отразилась вот этими определениями коммунизма, там совершенно не связанными с марксизмом и так далее. И то же самое можно сказать про философию. Поскольку гегелевскую философию и диалектический метод как один из основных, ну, как момент марксизма нужно было разрушить, нужно было уничтожить и исказить, там появляется вот такая вот мешанина и каша. Из этого, то есть это просто отражение классовой борьбы. Фактически в Большой советской энциклопедии по предметам, связанным с обществом, мы видим отражение классовой борьбы. Энциклопедия была выпущена тогда, когда классовую борьбу рабочий класс уже проигрывал. Он был фактически уже побежден в классовой борьбе на тот момент. Собственно говоря, и это отразилось в Большой советской энциклопедии. Так что я крайне не рекомендую сверять свои, так сказать, часы с Большой советской энциклопедией вот по общественным предметам. Ну что, на сегодня в целом у меня закончены те комментарии, которые я хотел дать. Давайте, если есть какие-то еще вопросы у товарищей, по любым темам я готов ответить. Если вопросов нет, тогда мы будем потихоньку заканчивать. А можно вот еще раз? Внешние рефлексии и внутренние. Простыми словами. Значит, давайте так. Начнем. Что такое рефлексия? Значит, вот рефлексия. Это мы рассматриваем Все, что мы рассматриваем в сфере сущности, ну а также саму сущность, оно, все категории эти, они появляются как бытие. То есть мы их берем и рассматриваем как бытие, а нам надо взять их как сущность, соответственно, с отрицанием. И вот это движение, когда мы сущность берем как бытие и тут же отрицаем, это и есть рефлексия. И отрицаем, возвращаясь в саму сущность. Что такое рефлексия? Отражение. Отражение, да. То есть мы отразились в бытие и тут же вернулись в сущность. Вот она, вот эта рефлексия. Но когда мы возвращаемся каждый раз, мы обогащаем наше понимание о сущности на все больше и больше. И в этом смысле сущность утверждает себя в своем таком бесконечном движении, в своем движении, в рефлективном движении. Вот. И это и есть внутренняя рефлексия. То есть это как бы такой... Там, где учение о сущности, там рефлексия – это какой-то постоянный метод, который… Это такое движение, да. Это такое движение постоянное. Да. Вот тут оно есть. Так, а внешняя рефлексия, вы сказали? Что-то я про внешнюю рефлексию сейчас… Там есть полагающее. Внешнее и третье – определяющее вот рефлексия. Надо было вот так спросить. Рефлексия, вот тут. Написано «рефлексия к себе и внешняя рефлексия – суть тем самым те два определения, в виде которых положили себя моменты различия, в тождественные различия». То есть рефлексия к себе, ну, внешняя, значит, рефлексия. Да, моменты различия, они полагают себя как внутри, то есть различие, оно берется, его можно взять как… Ну, что значит полагает? Полагает, это берется с отрицанием. То есть его можно взять как само различие, а можно взять как тождество.
И это мы то же самое взяли, на самом деле мы взяли различие, только с отрицанием. Когда мы говорим тожество, мы имеем в виду различие. Это и есть рефлексия, тоже отражение. То есть я смотрю, рассматриваю различие, но говорю про тождество. На самом деле я говорю про различия, то есть я рефлективно рассматриваю различия. И в этом смысле рефлексия. Но там вот тонкости, там, может быть, какие-то я не ухватил. То есть про тонкости, там прям вот текст по параграфам я сейчас не смогу просто сразу же ухватить. Надо почитать, что там до пишется и после. А что такое субстанция? Субстанция – это вот когда мы идем по категориям, да, вот… Фактически это уже выявленная сущность. Да, то есть уже это один шажок до действительности. До понятия, да. Это вот это последняя категория, которая вот уже прямо предвосхищает понятие. И фактически субстанция это уже есть бытие. Это вот последнее, это уже бытие, которое выявилось в сущности. Да? Да. Это вот субстанция. Ну что, если вопросов больше нет, тогда мы на сегодня заканчиваем. Всем спасибо, товарищи. Спасибо. Спасибо вам.